стран в связи с появлением нового штамма коронавируса. То есть вот такие действия, которые уже сейчас происходят, и вызваны тем, что по оценкам ученых, предварительным оценкам, штамм этот более свои границы, другие страны ограничивают перелеты из стран Южной Африки, это около 8 стран. То есть такие меры предпринимаются, и вот что говорит ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, она предупредила о высоком риске глобального распространения омикрон-штамма. Организация призвала ускорить темпы вакцинации населения стран в связи с появлением нового штамма коронавируса. То есть вот такие действия, которые уже сейчас происходят, и вызваны тем, что по оценкам ученых, предварительным оценкам, штамм этот более заразный. Насколько он более... Смотри, мужик что-то решил и туда прет, блин, понимаешь? А не надо переть. Ну ты придешь туда и как бы, да, понимаешь? Надо как-то, ну и что дальше? Ну вот это он имеет в виду. И ты хочешь сказать, и про себя так и говорит, понимаешь? Ну, да. Ну, вот, что теперь делать? Сильные в отношении здоровья. Нет, понимаешь, если здесь бабы все свирепые, то не взять эти женские проявлять. Тебе надо осознанно просто, да. То есть женщина, она все равно женщина, она тебя все равно обогреет. Если, да, понимаешь, да. Если ты, да, ну, поймешь. То есть она антипсихиатрична по своей натуре. Она анти-зигмунд-фрейдична даже. Любая причем, неважно даже. Да. То есть она и себя исцелит, и окружающих, по идее, так, да. Прилегающих, все, что тепленькое, да. Ну, да, наверное, да. Ну, наверное. Да, наверное, как-то так. Да, понимаешь, она да, ну, наверное, как-то. Ну, понимаешь, в этом, да, себя так думает. Да. Ну, это уже другое, что ты как это самое скажешь, рекогносцировка типа того, да, что понял, да. Ну и что дальше? Ну убей себя тогда, да, обвини еще кого-нибудь в этом, да, понимаешь. Да. Ну уж не знаю, ну да, понимаешь. Не знаю, ну просто я. Да ну вас нахер. Я все равно не поеду. Да. Типа того, умение соподнастраиваться и что там сказали, там, бла-бла-бла, да. Просто знание о том, что при помощи знаний мировоззренческих, а что такое мировоззренческих? То есть как бы, да, куда, наверное, скоро, да, понимаю, там, да. Разные приемы, да, это, да, типа как опаловка, да. Вот это, да. Все, я говорю, это, да. Ну ладно, типа, это, да, понимаю. Нет, но это не поможет тебе, понимаешь, это изделие, оно как бы недолговечно, да. Свое давай делать, новое уже, да, лучше, да. Да. Себе делать, себе родного. Человека. Здесь пока точных данных нет, есть разные сведения, мы об этом чуть позже поговорим, но факт остается фактом, вируса у нас не уходит, и вирус с нами, к сожалению, остается, и есть опасения, что новые штаммы будут более активно распространяться. Ну и информация о том, в каких странах он есть в Европе, в Бельгии, он есть, как уже сказал, в Африке, есть в других странах, Гонконг. И так далее. В России пока отмечено официально не было, тем не менее информация о том, что штамм есть у нас в стране, уже была. И СМИ со ссылкой на Владимира Круглого давали такую информацию. Владимир Игоревич у нас на связи. А мы хотим из первых уст услышать мнение, почему Владимир Игоревич на вас ссылались. Вы говорите, что штамм, якобы говорили о том, что штамм уже в России. Откуда у вас такие сведения и откуда пошла эта история вся? Добрый день. Да. Действительно, вчера разлетелась по средствам массовой информации такая новость, что
ссылкой на меня, действительно, что уже есть этот штамм. Значит, он не прав, значит, он что-то не договорил. Значит, нужно новый уровень знания, да. То есть, значит, может и новый уровень отчаяния, но не совсем так, да. Я тебе сказал уже, что жить всем можно, тебе этого мало, что ли? Да, просто. А ты отказываешься, потому что ты недоумок просто. И никто тебя не заставляет себя убивать или быть дальше тупым. Решай свое противоречие, делай прикладное, значит, какое-то, да, да. Всегда понимает он тебя. Да, 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 типа того. Ну да. Речь шла в интервью корреспондента. Здесь негде ошибаться, здесь негде ошибиться даже, понимаешь? Его рекомендация, как провести новогодние. Все, это праздники я не рекомендовал. Тебе надо деньги заложили, да, да. В том числе и в Египет, да, да. Ну вообще куда-то. На отдых, учитывая вот появление этого штамма. Конечно, у меня нет сведений, что этот штамм есть в Российской Федерации, я этого не говорил. Я говорил, что это возможно, учитывая быстрое распространение вируса по разным странам. Вот вы сами сказали, что действительно по всем странам Европы, там, вот сегодня уже появляются сообщения, что там в Португалии 13 игроков футбольной команды заболели, еще там, ну, в разных странах, в Шотландии 6 случаев, 8 случаев подозрения во Франции и так далее. Каждый день появляются эти штаммы, эти люди, носители этого штамма в разных странах. Поэтому я предположил, что учитывая то, что из Египта был занос в Португалию, а к нам... You can make a professional, engaging video with no camera and no editing, even if you've never made a video before. Ну, вообще куда-то на отдых, учитывая вот появление этого штамма. Конечно, у меня нет сведений, что этот штамм есть в Российской Федерации, я этого не говорил. Я говорил, что это возможно, учитывая быстрое распространение вируса по разным странам. Вот вы сами сказали, что действительно по всем странам Европы, там, вот сегодня уже появляются сообщения, что там в Португалии 13 игроков футбольной команды заболели, еще там, ну, в разных странах, в Шотландии 6 случаев, 8 случаев подозрения во Франции и так далее. Каждый день появляются эти штаммы, эти люди, носители этого штамма в разных странах. Поэтому я предположил, что учитывая то, что из Египта был занос в Португалию, а к нам каждый день из Египта возвращаются очень много людей, возможно, он уже есть и в России. Кстати, я сегодня интересовался, оказывается, что вот эти тесты, которые делают, РНК-тесты обычные, к которым мы все привыкли уже, они... Ну, так называемые ПЦР-тесты, да, которые мы все делали. Да, ПЦР-тесты, обычные тесты, они информативны в отношении вот этого нового штамма Омикрон, что хорошо, да, что не нужно придумывать новых тестов. Действительно, сообщения были Роспотребнадзора, что пока у нас этих пациентов не обнаружено. Но я думаю, что если они не обнаружены, это еще не факт, что их нет, поскольку тестирование в аэропорту всех прибывающих на сегодняшний день не производится. Там их есть, как сказать, обязанность пройти тест в течение 3 дней, повесить на сайт госуслуг. Но тем не менее, я предположил, что возможно это есть в Российской Федерации. Конечно, таких утверждений я не делал. Что я хочу сказать, что действительно про этот штамм очень мало известно пока, но что-то известно. Да, во-первых, известно хорошее, что ни один человек еще не скончался, ни один пациент, а их довольно много уже в Южноафриканской Республике, более 100, ну, не так много, конечно, как от штамма. Ну, это опять же выявленных более 100, потому что да, понятно, что реально людей больше. Никто не умер. Есть сообщения, некоторые там доктора приводят такие сведения, что люди, которых они наблюдали, они, в общем, переносят заболевание легко. И опасений вот таких, что это будет тяжелое, супертяжелое какое-то течение, пока, в общем, таких достоверных
сведений нет. Поэтому я совершенно не хочу внести панику, да, и ограничить, там, закрыть у нас Египет и Турцию, что мне опять-таки приписывают. Я просто сказал, что нужно к этому относиться серьезно, более серьезно. И те люди, которые возвращаются из, вот, в том числе из Египта,